На старт! Внимание! Марш! В Лангепасе продолжается 25-я спартакиада трудящихся среди работников предприятий. На легкоатлетическую эстафету вышли представители 33 коллективов. Более 130 участников мероприятия преодолевали дистанции в 150 и 300 метров, передавая друг другу эстафетную палочку. Всего было 11 забегов. Победители определили в большой и малой подгруппах. Такая деятельность, так сказать, полезна разнообразить свою жизнь, не только головой подумать, но и ногами. Последний раз я бегал в 11 классе, получается, 5 лет назад, даже побольше. Но благодаря тому, что мы часто собирались, тренировались, вот вроде показал неплохой результат.